Всем привет, выжившие! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим об обновлении от 8 ноября. С вами Naked. Приятного просмотра! Первое, что нас ждет, это новый костюм «Драконья лодка». Он стоит 1680 солнышек за весь костюм. Далее у нас идет событие «Огоньки». Это сюжетное задание, которое расскажет нам еще одну историю о Хеймдал. За его прохождение вы можете получить хорошие награды, в том числе и опыт. Следующее событие – это желание входа. Здесь вы можете выбрать желаемую мебель, подвеску, а также транспорт. Транспорт будет даваться на 3 дня, но будут счастливчики, которые смогут получить его на постоянку. Розыгрыш состоится 16 числа. В событии «Выберите аксессуары» вы можете выбрать абсолютно любой аксессуар, кроме рукоятки и дула, и гарантированно его получить в ходе региональных операций. По заполнении шкалы у вас будет прогружаться шанс, то есть если вы, к примеру, сегодня не получили, то завтра уже шанс будет не 50, а 60%. Если полоса полностью заполнилась, то вы гарантированно получите данный обвес. В событии «Грибковый оазис» вы можете получить грибковый огнемет в скине «Оазис», а также крылья морфа, стальной щит и щит часового. В событии «Счастливый мешок» вы выбираете призовой фонд, и за 12 открытий вы можете получить все награды. Стоимость открытий увеличивается. В событии «Магазин купонов» вы можете обменять чеки Федерации, полученные в «Счастливом мешке» и в рулетке «Грибковый оазис» на различные награды, в том числе формулу стального щита и крылья «Розовый кварц». В событии «Отряд потребления» вы можете получить дополнительные награды за прокруты рулеток. Объединитесь в команду, чтобы забрать все очки. В событии «Специальные бонусы» вы можете купить различные паки за реальные деньги, в том числе прическу, которая многим полюбилась. В событии «Рисовые вареники» собирайте в день 10 мешочков ингредиентов за ловлю рыбы, сбор ресурсов, убийство монстров, готовьте из них вареники и отправляйте друзьям, чтобы получить награды. В событии «Танцевальная вечеринка» будет даваться X3 опыт за бал у фонтана. Также вы можете получить дополнительные награды за посещение бала у фонтана. Далее у нас, как всегда, идет событие «Парная тренировка» и «Рынок каравана». На рынке каравана представлена новая мебель. Не забудьте посетить флагманский дом для того, чтобы получить дополнительные жетоны тренировки. В торговом центре у нас представлено событие «Счастливый подарок» с Сон Орхидеей. Там вы можете получить новый костюм «Орхидейные фантазии», а также формулы дронов, таких как дрон-сборщик «Белая стрекоза» и дрон самоуничтожения «Золотой слиток». А на этом ролик подходит к концу. Надеюсь, он был полезен для вас. Если у вас остались вопросы, жду вас в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Для меня это лучшая мотивация создавать для вас новые ролики. До новых встреч, увидимся в следующих видео. Вас еще ждет много интересного.